Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Hyundai Accent 2006 года выпуска, двигатель 1.6 механика. Проблема на автомобиле выявилась непонятная, гуляет, никто ничего сделать не может нормально, все каким-то гаданием занимаются. Подцепили компьютер, ошибки вывалились. P0134, это цепь датчика второго, не обнаружено признаков активности. Потом P0320, обнаружен пропуск зажигания выборочный в нескольких цилиндрах. P0301, обнаружен пропуск зажигания в первом цилиндре. И P0304, обнаружен пропуск зажигания в четвертом цилиндре. После этого перецепляли, было и P02, и P03, но P0302 и P0303. Это все пропуски зажигания. Периодически в каждом цилиндре пропадает зажигание. Что делать? И инжектора промыли уже все. До этого менялась катушка новая, провода новые, свечи новые поставили. Опять же, сейчас заменили свечи, но провода не меняли, провода проверили, а нормальные. Катушку пока решили не менять. Просто гадание. По форумам полазил, посмотрел. Очень многие сталкиваются с проблемой детонации. Машина работает на холостых, но простреливает в глушитель, двигатель неустойчивый. Только чуть даешь газу, детонация, обороты развивает очень плохо, постреливает опять же. Прокатился, дал ей газу, приехал, заглянул под автомобиль, приемные штаны алого цвета, вот где гофраж, красное, получается как позднее зажигание. Метки проверю, залезу и метки, но сейчас хочу первым делом открутить датчик кислорода и попробовать завести без датчика кислорода. Исключить вариант, что забит катализатор. Если будет работать устойчиво, значит катализатор, его можно будет пробить. Но если будет работать точно так же, то дело не в катализаторе. Пробую, экспериментирую. Взял такой вот ключик. Эти датчики кислорода откручивать разрезные с боковым. Вот. Вот он надевается, и сейчас мы его опробуем. Дело техники 803-222. Снимаю разъем. Здесь вот под шлангом он. Фиксатор нажимаем и стягиваем. Экран мяли, датчик когда меняли, замяли экран.
дело не в катализаторе, поэтому катализатор трогать не будем. Дело в чем-то другом. Машина без датчика кислорода работает точно так же. Пока еще холодная, на холостых она держит, она горячая. Сейчас наверну датчик, прогрею ее. Завел, пока автомобиль прогревается, вот такую вещь обнаружил. Сейчас датчик привезли. Снимаю разъем с датчика положения распредвала, и ничего не меняется в работе двигателя. Вот я его снял. Как он работал, так он и работает. Ставлю на место, ничего не меняется. Сейчас заглушу, поменяю датчик. Датчик, я даже не знаю, чей он, CYA-059, оригинальный номер 39-350-22-600, Hyundai Accent. Сразу тоже разъем брызну нанопротеком. Вот такая смазка нанопротек для электрических деталей. Нет, это не датчик. Ничего не изменилось. Верну на место датчик. Снял экран. Здесь его коррозия съела. Он держался только вот на этой стороне, на кусочке. Здесь выломано, здесь выломано. Здесь все съедено, поэтому лучше заказать новый, поменять. Сейчас заведу. Кстати, заводится тоже плохо, заводился буквально с толчка, а здесь приходится крутить. Вот сейчас на холостых стоит, более-менее устойчиво работает. Нет-нет, бывает, прохлапывает глушитель, но крайне редко.
резко даешь газа, появляется свист. Плавно даешь, свиста нет, обороты набирает. Сейчас он нет такого, как было, что даешь газу, она аж вплоть до того, что глохнет. Хочу снять дроссельную заслонку, посмотреть, помыть, почистить. Вот сейчас попробую резко дать газу. А если плавно давать? Плавно набирает, более-менее нормально. Но при нагрузке, когда включаешь передачу, начинаешь трогаться, начинает простреливать. Вот сейчас видно, опять начал уже простреливать. Но перед этим сейчас сниму крышку и посмотрю метки по зажиганию. Два болта верхних открутил, сейчас заглушу, откручу два нижних, подниму крышку. Приподнял автомобиль, даже не снимая колеса, здесь окошко есть, головка на 22, через карданчик подлез, чтобы коленвал покрутить, по меткам поставить. Кручу коленвал. Метки стоят нормально. Натяжение ремня нормальное. Здесь вот отверстие, а там сзади такая как бы углубление. Отверстие напротив углубления. А на коленвале вот риска на букве Т находится. Так что зажигание исключили, зажигание нормально. Ставлю на место крышку и буду снимать заслонку дроссельную. Поставил на место крышку и откручиваю дроссель. Снимаю. Откручиваю воздуховод. Снимаем разъемы.
скидываем трос газа. Откручиваем. Здесь гайка, здесь болт. Снизу, наверное, тоже болты на 12. Диагностика ничего показать не смогла. Я в электрике вообще, в электронике не разбираюсь. Поэтому будем методом исключения. Сейчас надо будет еще два болта, чтобы заглушить шланги. Ну, заслонка грязная, конечно. Хотя я не думаю, что виною она. Но я ее промою. Помыл заслонку, продул ее. Но я ничего критичного в ней не увидел. Устанавливаем на место. Затягиваем. Ну что, заведем, попробуем. Не хочет она нормально работать. Странно. Вот эта тушка так болтается. И это тоже слабое. Может, контакта нормального нету. Mm-hmm.
Не работает она нормально. Сниму катушку, другую подкину. Подкинул я новую катушку. Думал, снимаю, не снимал. Не включил камеру. Я ее даже не прикрутил полностью. Только на одну гайку закрепил и массу прикрутил. Поставил провода и завел. Все, автомобиль поменялся. До этого катушку, которую ставили, тоже AMD была. И сейчас, кстати, поставил AMD. Но если она вдруг умрет, то заказывать будем только оригинал. Вот с катушкой она шевелится. Возможно, что-нибудь внутри перепрошивало. Вот это не шевелится, а вот это шевелится. Вот в этом соединении. Ну, поставил. Также она с конденсатором новым идет. Машина работает. Сейчас вот погазую. Нет никаких ни провалов, ни пердежа. И не стреляет глушитель, работает ровно. Так что вот такая вещь бывает. А диагносты ничего сказать не смогли. Поменяли свечи, поменяли провода, потом вернули эти провода, потому что ничего не поменялись. Тоже так же, как и я, методом тыка. Денег взяли, форсунки промыли. Ну ладно, это все равно надо было сделать. А дальше мы уже сами вот нашли и разобрались. Конкретной причины вот так вот, чтобы вот по этим симптомам, нет. Хотел уже даже топливный насос лезть, проверять. Ладно, автомобиль работает, и это классно. Всего вам доброго.